С Днем Ангела, дорогие именинники! Человек – существо таинственное, а средоточие всех тайн в человеке – это его сердце. Любовь, ненависть, вера, верность, преданность – все это в сердце живет и из сердца исходит. Глубина сердца закрыта для всех, кроме Господа Бога. Однако есть способ определить, что же живет в сердце человека. Это прислушаться к его словам, поскольку между устами и сердцем существует твердая и, опять-таки, таинственная связь. Господь говорит, от избытка сердца уста глаголят. Сегодня мы поговорим о человеке, чьи уста, чьи слова названы Церковью золотыми. Мы будем говорить о златоусте. Это значит, что не только уста у него золотые, но по нерушимой связи и сердце его также золотое. Святой Иоанн Златоуст, великий святитель и вселенский учитель, родился в благочестивой семье некого Секунда, военачальника, и Анфуса. После смерти отца Анфуса, златоустовского отца, Анфуса не вышла больше замуж, и всю свою жизнь молодая вдова посвятила воспитанию своего сына. Иоанн учился у лучших риторов и философов, овладел внешней мудростью, однако очень был прилежен в молитве и изучении Священного Писания. Его крестил архиепископ антиохийский Милетий, он же рукоположил Иоанна в диакона, а затем в пресвитера. Иоанн долго проходил монашеский искус. 2 года он молчал, ни с кем не разговаривая. Именно в молчании и в богомыслии накапливалось то церковное сокровище, которое впоследствии полноводной рекой излилось через его золотые уста. Когда Иоанн стал священником в Сирии, в Антиохии, то он проповедовал несколько раз в неделю, а иногда и каждый день, собирая тысячи народа на свои проповеди. Люди рукоплескали ему, люди чувствовали, что им преподается величайшая мудрость, глубинное знание, чудесные словесные и духовные сокровища. Эта известность златоустова привела его, в конце концов, к архиепископской кафедре в Константинополе. Он был вызван, рукоположен и поставлен на эту древнюю кафедру после Нектария, преемника Григория Богослова. Там, в Константинополе, Иоанн уже не мог часто проповедовать. Однако он занялся важнейшим делом – обустройством жизни епархии, занимался, повышая уровень духовенства, его образования, его духовное состояние, и, что самое важное, кормил, одевал, лечил нищих, раздавая щедрой рукою милостыню из патриаршей казны. Однажды между ним и царицей Евдоксией возник конфликт. Патриарх вступился за одну вдову, имущество которой хотели отобрать. Евдоксия отступила, но не забыла и не оставила ненависти на святого. После этого ей доложили, что в проповеди на суетных женщин Иоанн имел в виду ее. Гнев ее разразился с большей силой, против Иоанна собрали собор. Множество епископов съехались на собор неправедный и осудили святого пастыря. Его изгнали из столицы. Как только он покинул столицу, землетрясение разразилось в Константинополе, зашатался сам дворец. Евдоксия позвала Иоанна обратно, а толпы народа готовы были пролить кровь венценосных особ, потому что любили своего пастыря. Иоанн вернулся, однако вскоре его снова изгнали. Жизнь свою он закончил в Абхазии, в местечке Каманы. Притружденный и изнуренный трудами, он отошел к Богу со словами «Слава Богу за все». Мы, конечно, не можем с вами подражать святому Иоанну Златоусту ни в глубине мысли, ни в красоте слов, однако в последних его словах мы можем подражать святому Златоусту. Будем всякую житейскую неприятность встречать с этими его словами «Слава Богу за все». Уж это-то доступно и возможно для каждого. Кроме Иванов, сегодня опять именинников мы поздравляем в Днем Ангела Манефу, Антонину, Никифора и Германа. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь! Имена ваши написаны на небесах.